Тюрьма Сан-Виторе, 12:28. Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэм, и продолжаем проходить игру Меланойр. Как вы помните, наш персонаж попал в тюрьму за жестокое убийство Коричневая Миля. И теперь он отбывает срок в тюрьме. Давайте-ка пройдемся, посмотрим, раз нам разрешают здесь даже походить, как ни странно. Менса. Столовка, видимо. Слышь меня, иди в столовую. Бери поднос и садись за стол, живо. Одна и та же баланда каждый день. Эй, шеф, там в пасти что-то шевелится. Ну что ж, давайте куда-нибудь присядем, пожалуй. Место занято. Место занято. Понятно. Никто не хочет, да, чтобы я садился рядом. Куда же мне тогда? Тебе здесь не рады. Ха, понятное дело. Что же делать-то тогда? Вау. Чего уставился? С дороги. Здесь тебе ловить нечего. На! По щам получили, ё-моё. Даже не пожрали ни хрена. Добро пожаловать в Сан-Виторе. Лично мне очень жаль, что ты не сдох в СИЗО. Скоро ты и сам пожалеешь. О-о, походу дело крепко. Ах, собираются взяться за нашего паренька Пьеро. О, долгие-долгие мучительные дни в одиночной камере. Надеюсь, это недолго будет все дело происходить. Пьеро Саки, похоже, кое-кому на воле до тебя все же есть дело. Тащи свою задницу в комнату для свиданий. Опачки. Кто-то к нам на весточку пришел. Ну-ка. Проваливай. Ага, не сюда, значит. Хорошо. Визит. Ага, вот сюда надо. Интересно посмотреть, кто же к нам пришел. О, Пьеро, за что? Какая-то женщина. Сынок, сынок, что ты натворил? Я по ночам не сплю, ничего не ем, никуда не выхожу. Не могу после того, что случилось. А твой отец? Мне здесь и так тяжело, а ты еще начинаешь все усложнять. Поесть что-нибудь принесла? Мы всегда любили тебя, мы дали тебе все. За что? За что ты так со мной, со своим отцом? Меня били заключенные, избивали фараоны. Теперь еще слушать твое нытье? Оставь меня в покое. И если старику действительно не плевать, пусть принесет еды. Твой отец повесился от стыда. Лучше бы я не рожала тебя. Видеть тебя не хочу. О-хо-хо-хо. Как тут все, ребята, запущено. Мать родная отказалась от сына, убийцы. Ух. Да, смотрите, деньки уже пошли отчитываться на стене. Томится, томится наш персонаж. Очнись. Очнись, мразь. Кто-то наблевал в последней камере. Поднимай свой зад и прибери там. С какого перепуга мы должны идти и там что-то еще прибирать за кого-то, а? Где тут у нас камера? Так, тут закрыто все. Ага, вот. Ладно, глянем. Вот дерьмо. Что такое? Оу! Видишь ли, мы здесь не очень-то любим где-то убийц. Добро пожаловать в ад, сволочь! А, нажимаем кнопочку А, ребят. Ну и что нам это... Ага, они меня бьют, короче, а я должен сопротивляться. Понятно. Парни, взять его! Воу-воу-воу-воу-воу! Потише, потише, братюни! Слушайте, ребят, я жму со всех сил на эту кнопочку со скоростью света, но почему-то... Почему-то у меня жизни, наоборот, уменьшаются! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, да что такое-то? Все, короче, заколбасили. Довольно с него, он мне нужен живым. Калазанти, снимай с него штаны и дай мне свою дубинку. Ох... Как все плохо. Эй, вонючие отбросы, пора обедать.
И раскошеливаться не надо, все за счет налогоплательщиков. Если бы я решал все, я бы вас бросил всех в газовую камеру. Да, свирепствуют тут фараоны. Эй, Пьеро, бери поднос и садись к нам. Нужно обсудить кое-что важное. Это что еще за хмырь там нас подзывает? На, держи. А ты чего хотел? Лазанью? Да я хотел просто пожрать, если честно. Так, где этот охламон, который меня подзывал к себе? Твои друзья там. Где там? И с какого перепуга они мне друзья? Не вижу никого. Эй, Пьеро, я знаю, что тебе сделали охранники, вонючие ублюдки. Ну, будь у меня ствол, они бы уже отправились в ад. О чем вы хотели поговорить? Уж чего-чего, а времени у меня полно. Кажется, мы нашли способ выбраться отсюда. Здесь говорить неудобно. Я к тебе загляну, когда разрешат прогулки. Мы все обсудим, пока остальные будут смотреть футбол. Не терпится убраться из этой вонючей дыры. Что они там решили такое, а? Очень-очень интересно. Ну давай, Пьеро. Все остальные в столовой. Сейчас смотрят футбол. Свободное время скоро кончится. Поторопись. Ладно. Только куда мы должны торопиться? Вот в чем вопрос. Что-то тут нечисто, если честно, ребят. Смотрите-ка. Опа, тут сюда нас не пускали, а сейчас проходим спокойно. Так, и... Куда он пошел? Не знаю, куда он пошел, но мне это не нравится, ребят. Опа! Ого-го! Так, тихо. Я так понял, это по мою душу здесь пришли, да? Ты сдохнешь, придурок! Куда это ты? Я иду за тобой, говнюк! Нифига их тут сколько, с ножами все. О, нож! Ну, кто теперь? Ну, кто смелый, а, ублюдки? Так, подождите, ребят, я ничего не понял. Давайте-ка переиграем это дело. А где нож? Я не вижу ножа. Он же был здесь, лежал. Мочи, гада! А вот хрен возьмете меня. Я буду здесь как этот, как ниндзя. Так, давай, оп, а, вижу нож. Ну, давай. Ага, что это они? Что это такое? Ну, кто из вас смелый, ублюдки? О, ребята, они меня, смотрите, в кольцо взяли. Сборище вшивых ублюдков. Короче, я понял, ребят, я не должен их подпускать к себе. Вот так вот должен отбиваться, типа, тихо. И долго мне так придется. Воу-воу-воу-воу. Черт подери, вот потихоньку колят. Так. Ладно, на сегодня веселье закончено. Обратно по камерам. Короче, здесь все сговорились. И заключенные, и фараоны. Все против нашего Пьеро. Да, нелегкая, конечно, доля выпала. Опять томимся. Даже плакат уже со стены исчез. Жесть. Что опять? Пьеро Саки, к тебе посетитель, выглядит важно, шевели задницей. Опять кто-то пришел. Интересно посмотреть, кто на этот раз. Визит. Ух, прикольная игра, ребята, прикольная. Эй, у тебя наконец-то посетитель, я в тебе не сомневался. Господин Саки, у меня хорошие новости. Я получил указание снова открыть ваше дело. Должен сказать, ваши шансы весьма высоки. Как такое возможно? Там хватает доказательств и свидетелей. К сожалению, доказательства пропали. Ужасная оплошность. И каким-то образом все свидетели оказались мертвы. Строго по естественным причинам, как вы понимаете. Как я понимаю, кто-то помогает мне выбраться отсюда. Вас послал Ланцета? Господин Ланцета считает своим долгом добиться правосудия. Оу. Босс вспомнил о нас. Глава третья. Вот. Ага. Открываются ворота тюрьмы, и наш Пьеро на свободе, как я понимаю.
Пора вернуться в родной квартал и посмотреть, как там дела. Подчапали, ребята. Эй, Нарина. Опа, машинка. За мной, что ли? Хе. Эй, Пьеро, хорошо выглядишь. Тебе надо чаще бывать в тюрьме. После 3 лет в заперти я рад увидеть любое знакомое лицо, но не твое, Таранеза. Босс тебя вызывает срочно. Передай, что я скоро буду, а сейчас я должен найти место, где можно остановиться. Думаешь, такая отмазка прокатит? Быстро тащи к нему свой зад. Эх. Ничего не поделаешь, придется ехать. Куда это мы? Бар в другой стране. Пока ты сидел, организация выросла. Но время было непростое. Из-за доноса, который упек тебе за решетку, люди начали нервничать. Некоторые парни просто ушли. Стукача так и не нашли? Босс подергал за ниточки, и мы убрали потенциальных виновников. Но мы думаем, что того ублюдка, который на тебя донес, среди них не было. Я заставлю того вшивого дегенерата заплатить за все дерьмо, которое на меня свалилось из-за него. Хм, вот так вот. Большие перемены нас ждут. Башня Веласка, 2234. О, босс. Здравствуй, Пьеро. Давно не виделись, как дела? Я на мели. Но это лучше, чем сидеть за решеткой. Еще у меня новое хобби. Выслеживаю того сраного мудака, который меня сдал. И если нужны деньги, у меня найдется работа. Профи в деле никогда не помешает. Поработаем, как в старые времена. А я пока снова поспрашиваю о нашем маленьком друге. Возможно, он успел расслабиться и где-нибудь прокололся. Что скажешь? Меня это устроит. Если надо пострелять, я всегда всеми руками за. Есть у меня такая работенка, новая банда, эти придурки. Только и делают, что подсирают мне. На прошлой неделе они захватили порт и поубивали моих людей. Черта с два эти скоты меня поимеют в моем же городе. Верни мне порт. И вычисти из него всех говнюков, которые будут ставить тебе палки в колеса. С удовольствием. Очередное задание от Ланцеты. Павийский канал, 010. Разборки на каналах. Ну что ж, ребята, занимаемся нашим любимым делом. Вычищаем всякое дерьмо из порта. Так, отлично, пока у нас все хорошо идет. Так, знак. А, мы их и так сейчас... О-о-о-о-о-о. Что это вообще за хрень? Это вернулся Пьеро. Вот что я вам скажу. Это далеко не хрень, ребята. Это профи своего дела. Так, перепрыгнуть, наверное, надо, да? Ага. Всегда нужно иметь полную, ребята, обойму. Воу! Так, этот паренек с коктейлем Молотова мне не очень нравится. Отправили его туда. Куда ему и место? Ну? Кто следующий хочет вкусить свинца? Чё-то пока нету никого Ага, вот. А вон тот чувак... Ага, так я и думал. Вот эти вот с усами, они с дробовиками обычно ходят, так что от них можно ожидать многого чего. Но, как вы помните, дробовик все-таки на короткой дистанции. У меня пульки намного дальше летят. Да сдохни ты уже. Так, здесь нам, видимо, не пройти. Давайте, наверное, наверх с вами перебираться. Так, только не говорите. О. Одним махом. Стреляйте по треугольным знакам, чтобы попасть в 2 врагов одним выстрелом. Ага. Одним махом, значит, называется. Мы проверим. Оу, четко. Теперь у нас есть и рикошет, и одним махом. Хе-хе-хе, с ножом. Вот это мне больше всего нравится, когда с ножом. Ой, тихо, перезарядка. Как же я все время забываю, что здесь нужно самому перезаряжаться. Тут нету автоматики у нас.
Ну чё? Ага, вижу, вижу. Опять с бутылочками балуется, гад. Воу! Тихо! Смотри-ка, чутка все-таки поджарил меня. А смотрите, даже видно траекторию пуль, докуда они долетают. Так, опа! Попался, сыч. Добегался. Так, погоди-ка, погоди-ка, кто-то еще вроде бы шмаляет, да? Все, восстановились. Ну да. Луиджи. Как я вам говорил, я их буду всех называть Луиджи. Особенно вот эти вот в кепках и с усами. Иди сюда, Луиджи. Оу, тихо-тихо-тихо-тихо-тихонько. Перекурим маленько. Отлично. Продолжаем. Да что ж такое, во. Отдыхает. Нет, ребят, на самом деле мне эта игрулька, несмотря на то, что она действительно очень жестокая и как бы вот действительно правдоподобная, как по реальной жизни, все довольно сделано хорошо, качественно. Даже несмотря, что это пиксельная графика, сюжет игры просто на высоте. Все очень круто задумано, замучено, завернуто и нам, как говорится, подано. А мы должны расхлебывать вот эту всю историю. Конечно, ребята, игра на любителя, но мне она чем-то понравилась. Зацепила она меня. Так. Отлично. Ну, готов. Ну и хотелось бы, конечно... Оу, щет! Чуть-чуть бы сгорел бы. Хотелось бы, конечно, услышать ваше мнение по поводу игры. Как она вам нравится, не нравится... В любом случае, даже если... О, тихо, тихо! Даже если она вам не понравилась, я ее все равно, наверное, пройду. Если, конечно, где-нибудь там не встряну, не застопорюсь. Или не найду что-нибудь еще более-более подходящее. Так, знак у нас тут, смотрите-ка. Пень, рикошет. Слушайте, а эти что, чуваки бессмертные, что ли? Постоянно будут? Ага, этого, походу, нельзя, ребята, да? Да, это просто у нас чел сидит и не активен. Ага, дамочка с ножом. А вот говнюк. Слушайте, а наверху, по-моему, коктейль Молотова лежит, бутылка. Да чтоб тебя. Вот эти вот ребята меня больше всего напрягают, которые на лодке. Так, надо с ними кончать. Черт, подожди-ка. А, блин, я в плакат стреляю. Вот оно, что дело. Ну, блин. Опять этот, а достал он уже в корень. Готов. Еще, ну, все, наконец-то подбили. Знак. Так, я вижу. О, то есть рикошет летит вообще... Первого попавшегося чувака, который будет чисто на нашем пути стоять. Так, вот это вот мне не нравится. Смотрите, тут и с дробовиком, и чувак с коктейлем Молотова. Все, этого мы снесли. Ага, странно, вот сюда мне почему-то пройти нельзя. Машина переграждает путь. Ладно, для меня это не помеха. Тихо, главное не сгореть нечаянно. Потому что коктейль Молотова, сами прекрасно понимаете, поджигает все на своем пути. И нам нужно этого дела избегать. Ну что ты там смотришь-то, а, хламон, валяйся вон. Причем этот, да, лодочник такой невозмутимый. Даже гримасу не изменил. Так же спокойно себе едет. Ну, видимо, у них это норма. Достали, а, в самом деле. Оу, этот чувак уже с дробовичком. Так, а это-то куда идет, а? Куда ты идешь с ножом-то на меня? Чиполлино. Оу, ствол лежит. Тюрень. А вот теперь повеселимся, по-моему, ребят. Ну-ка. Отлично. Шик и блеск. Ну, кто на меня? Вот, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Слушайте, вот у этих патронов неограниченный радиус полета. Вот что еще я увидел только что. Просто закваска. Ну что, ребят, последний патрон. И переходим опять на свой... Оу! Черт подери! Очень-очень близко было.
Да, в таких играх реакция нужна еще та. Что там, притулился, о, бутылочку мне оставил. Спасибо, братюня. Так, тут смотрите, и сверху, и снизу, и этот опять плешивый. Достал уже в корень, действительно. Так, этот меня уже пропалил. Ну и та, в принципе, тоже дамочка. Ухо-то держала востро. Эй, слишком близко не надо ко мне подходить. Дайте я бутылку заберу. GP. Видимо, какой-то супер дорогой виски. Давай, Пьеро. А вообще-то, знаете что, ребят? Смотрите, мы можем с вами просто укрываться и все. И никаких проблем. Нафиг мы будем лишний раз тут томиться. Все, по-моему, не идут больше, да? Надо выходить. Оу! С дробовиком. Черт, он такую позицию для себя занял. Удобную. Так, этот слег у нас. Я вот боюсь, знаете, что напороться. Оу, их еще и двое стало там. Блин. Бутылку, я думаю, что нет смысла кидать. Она просто-напросто не долетит. А пока он будет ее бросать, меня разберут по запчастям просто-напросто. Сейчас, ребят, смотрите, какое что. Можно убрать его. А вот, в принципе, за трубу спрятаться можно, мне кажется. Но я боюсь, что он будет палить и начнет огонь по мне. Ладно, на следующих лодочках посмотрим. У меня другая сейчас проблема. Вот эти два говнюка с дробовиками. Как мне их убрать, а? А если я, например, перекатик сделаю? Ну, грубо говоря... Так, смотрим. Хе-хе-хе-хе-хе. Действительно, ребята, можно все-таки без стрельбы обойтись. Черт, да посмотри, я только появляюсь, сразу выстрел, и у меня здоровье на критическую точку падает. Опять, что ли, этот лось? Да достали уже, ну, в самом деле, да. Бесконечно просто они. Ну, это, видимо, специально сделано. Черт. Блин, вот завис, а. Мне и наверх-то никак не перебраться. Ай-яй-яй. Вот так и приходится мне туда-сюда, блин. Это же бесполезно вроде бы, да? Да, ребят, тут тупик, тут у нас машина. Хотя бутылка Молотова лежит. Но это, скорее всего, уже с той стороны надо будет обходить. Здесь у нас... А здесь нам делать нечего. Опять лодочник. Ну-ка. Такие спрятались. Ну, в принципе, да, логично. Укрываемся, расстреливаем, прячемся. Можно было даже вообще не стрелять. Ну, охота. Охота как-то пошмалять в этих упырей. Не, ну это, по-моему, уже чересчур часто. Вам так не кажется, а? Я не успеваю ничего сделать, как уже они сразу выплывают. Где эти там говнюки-то? Не понял. А, вон они. Ай, больно. Черт, я, наверное, все-таки, ребят, рискну. Фиг с ним. Сделать, пожалуй, перекатик. Спрятаться вот за этими фруктами, которые там в корзинах лежат, я так понимаю. И расстрелять их. Другого варианта не вижу. Ой, вообще критично. Если я, конечно, успею докатиться. Блин, рисковать, не рисковать. Я еще не знаю, откуда я начну, если подобьют меня. Неохота опять тут зачистку эту делать. Так, этот чувак с дробовиком, не будем тут шуметь. Слушайте, ну это жесть, как... Во! Тихо. Ага, нормуль. Наша очередь. Так, погнали. Черт подери, погнали. Мне знаете, что еще удивляет? Почему-то он... Тихо. Оу, сейчас этот пропалит. Ай-яй-яй-яй-яй. Очень-очень опасно было. Я забыл совсем, что эта лодка-то сбоку может проследить меня. Так, пробуем. Есть. Оу! Бинго! Получилось просто изи. Так, плывут? Плывут. Переждем малька. Все. Так, что у нас? Блин, надо перепрыгнуть, ё-моё. Ух, да, что-то я слишком долго там завис, вам не показалось так? Что здесь? Ё-моё, тут-то что за заваруха?
Так, тихо. Эть. Отлично. Ну давайте, упыри, идите сюда. Готов. Тут у нас еще и знак стоит. На худой конец. Рикошет можем сделать. Куда, красавица? Куда ты идешь, а? О, коктейль. Ё-моё, блин. Коктейль Молотова, обрадовался. Классно, загорелся чувачок. Только тихо. Ой-ой-ой-ой, по-моему, я попал в передрягу в офигенную. Черт, они почему-то простреливают эти ящики. Не знаю, каким макаром у них это умудряется. Ну что, Пьеро, давай с выката. Вот. Так, давай сюда опять переждем малька. И выкатываемся. Есть! Отлично. Так, куда теперь? Оу, подожди-ка. Да ну нафиг, хорош уже. Два чувака с дробашами. Ну-ка, у нас есть рикошет. Бим, минус один. Ай-я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 й. Очень-очень-очень опасно. Гад, сдохни ты уже, упырь. Ты достал меня. Оу. Я просто... Фух. На острие ножа прыгал сейчас. Да какого лешего-то, я не понимаю. Да, ребят. К повтору не рекомендую. Так, что теперь? Хм. Не понял я юмора. Нам, видимо, нужно как-то вниз попасть или на другую сторону перейти. А, вон, смотрите, стрелочка показывает, ё-моё. Вот. Ага, стоит упырёк, да? Тихо. Не надо тут шмалять своими бутылочками. Как вы достали? Из-под тишка причём, ребят. Хорошо, что она еще летит так медленно и с характерным звуком. Я только по этой... Тихо определил фигне, что в меня что-то летит. Блин, с дробашами. Классно. Блин, перезарядка это постоянно, во всех играх она меня добивает. Классно у меня местечко было. Они по мне не попадают, а я их просто всех тут разнес. Так, вот этого что-то не могу. Не могу понять, в чем проблема-то. А, все. Я даже стреляю не туда, куда надо. Ну что, наверное, выкатываемся тогда. Оп. Отличненько. Хорошечно. Ага, вот он этот покемон, блин. Огнеметчик фигов. Ладно, мы еще и не таких, ребята, делали. Недавно, сами прекрасно помните, да? В игре в каноле мы там рвали этих огнеметчиков, гранатчиков и так далее, и тому подобное. Ну, что теперь? Гора трупиков лежит только. Но я думаю, что можно идти сюда смело уже. Нет? А куда тогда сюда? А, вот, все. Ух ты. Стоило догадаться, что за этим беспределом стоишь ты, Пьеро. Но сегодня мне повезло. Сегодня я отомщу. Твое везение осталось в прошлом, Чира. Как и твои волосы. Убейте этого ублюдка. Ё-моё. О-хо-хо-хо. Так, аккуратно. Да я понял, что на X бросать бутылку. Ну, бросили, блин. Ядрить на корень. Тут не все так просто, как мне показалось в начале. Ладно, будем крутиться как-то. Выживать. Так, поезд пока едет. Отлично, снесли. Ай, перезарядка. Все. Оу, щет, он. Поезд еще, оказывается, по разным путям ездит. Вот он. Тихо, нафиг. Вот оно что. Будем знать, что надо быть аккуратнее. Видите? То на этой полосе, то на верхней идет. Непредсказуемая фигня. Да ядрена ты, Вош, а? Давайте-ка попробуем тогда, знаете как. Вот, видите, ствол. Опа! А ну-ка, теперь будем веселиться по полной программе. Пускай эти хмыри... пожалеют о том, что родились на свет.
Так, ладно, сейчас мы этого уберем. Слушай, лысый, ты достал, а? Валяй отсюда. Блин, тот состав еще ходит. Слушайте, да, ребята, я могу вот на нижней платформе, вот на этой, где я сейчас нахожусь, вполне спокойно передвигаться и не бояться, что меня раздавят. Да, я, конечно, не прикроюсь ни зачем, но так как этот состав здесь очень часто ездит, в принципе, мне никакая защита и не нужна. Он меня сам неплохо прикрывает. Давайте-ка сносить этих упырей. Отлично. Я единственное не могу понять, это у нас босс или что? Я никак не врублюсь. Ну да, вот этих хмырей мы убиваем, они постоянно появляются, почему-то уже не появились. Так, я могу туда идти, что ли, спокойно? Ага, они появились, вот они, блин. Хе-хе. Двойной рикошет. Пожуй свинца, придурок, сейчас ты у меня пожуешь не только свинец. Так, погоди, погоди, погоди. Короче, мы как бы... Ох, ё-моё, было очень близко от гибели. Так, надо вот этих чуваков сносить. Блин, там еще наверху, смотрю, двое. Как же меня этот лысый достал, а? Не, на самом деле, блин, надо, наверное, подвинуться вот сюда маленько. Ага, вы видели? Я в лысого, когда попадаю, он сматывается. И опять же возвращается. В общем, мы его только можем шугануть, по ходу дела. Единственное, мне интересно то, что я наношу урон вот этому лысику. Это как-то мне засчитывается или нет? Так, ладно, давайте тогда, наверное, перебираться туда перекатиками. Сейчас мы этих двух говнюков уберем с вами. Лысого шугануть надо. Ха-ха. Может, бутылку бросить? Отлично получилось. Так, лысый, иди отсюда, а. Бесишь меня. Сдулся отсюда ветром. Ну что, давайте этих двух хламонов. По крайней мере, с той стороны чудики больше не появляются. Я надеюсь, что и здесь так же будет. Но теперь лысого очередь. Где он? Не выходит. Тогда мы пойдем за ним. А, оу, а это уже босс, ребята. Ага. Не все так просто. Так, ладно, блин, не успел ничего среагировать. Хорошо, будем тогда с вами пробовать немножечко по-другому. Давайте вот за этот стол попробуем спрятаться. Простреливает. Так, ага, хренушки, не простреливает. Так, выкатываемся. В общем, делаем так, выкат, стреляем и обратно. А ну-ка, отлично. Так, давайте дальше, наверное. Оп. Бинго. Вот так вот мы его по чуть-чуть сейчас, пожалуй, и заколбасим с вами. Ну, вылази. Хе-хе-хе. Лопушок лысый. Морда твоя протокольная. Да, он же, помните, нас в прошлой серии давил на этом, на локомотиве. Теперь мы ему отомстим. Ну, есть. Ну, что ты там прохрипишь? Черт, мне конец. Так и есть, придурок. И на этот раз ты не уйдешь. Теперь рассказывай, на кого работаешь. Или в твоей башке появятся лишние дырки. Я парикмахер, зарабатываю тем, что брею твоей мамашей грудь. Вот юморок, а, у него. Ну что ж, пора кончать, наверное, его, да, ребят? Вот так вот. И куда нам теперь деваться? Может, сюда? Нет. Странно, а... Ну, мы же должны как... Может быть, сюда? Ну да, конечно же, сюда надо идти. Наверх, блин. Так, что тут такое? Слава богу, это последняя партия. Наконец-то, чуть яйца себе не отморозил. На той лодке полно контрабанды. Нужно остановить ее. Оу! Нифига! Сразу так резко! Блин, зажали меня этим огнем. Черт подери! Да. Ну тут как-то уж больно жестоко.
Ну давайте еще раз попробуем. Ну-ка, вот рикошетики все сделаем. Отлично. Он здесь. Все, меня раскрыли. Так, подожди. Готов. Где у нас там? А, огнеметчик уже все, лежит, отдыхает. Отлично. Ну что, двигаем. О, с ножом охламон, да? Ну, конечно же. И еще барышня. Так, смотри-ка, сколько их здесь. Ай, с дробовиком, ненавижу я их. Но он без усов. Но все равно с дробовиком. По его ряке можно определить. Они такие крупненькие чувачки. Так, все, зачистка. Нет, а смотри, кто-то связанный здесь. Это кто еще у нас такой? Их босс тайком пробрался на лодку и прихватил с собой одного из наших. Нам некогда рассиживать. Ну-ка. Погнали. Чувак, как его взяли с собой? Ё-моё, теперь у нас гонки на лодках. Ёлки-палки, подожди. Так, а что? К сожалению, я здесь не могу стрелять. Слушайте, а может быть мне нужно этих олухов на эти бочки? Ну, как бы, толкать. Да, скорее всего, смотрите, подбили одного. Отлично. Так, погоди, как, куда лезешь? Эй, блин. Во, вот так вот сейчас. Погоди, да ё-моё. Во, тихо, выровняемся. Да что такое? Я каждую эту бочку ловлю. Вот так вот, смотрите. Если даже спереди что-то появится, да, он будет ловить своей лодкой. Отлично. Причем, главное, я, как видите, за мотором сижу. А чувак там в руках держит гранату, что ли? По-моему, да. Топите мудака! Оу, это босс у нас еще очередной. Так, смотрите, скидывают бочки. Ну, это понятно, ребят, я эти бочки должен объезжать. Кстати, я их могу также и взрывать. Не взрывается, блин, вроде бы неплохо. Ну, давай. Как ты медленно, блин, бросаешь эти бомбы, а? Ну, побыстрее бы хоть немножко-то. Так, пока все у нас удачно, ребят. Осталось совсем маленько жизней у этой баржи, так скажем. Главное мне не взорваться быстрее. Что-то у нас ХП не обозначено никак вообще. А, вот. Пошло на уменьшение. Ну! Есть! Взорвалось там, по-моему, все. К ядрени фени. Чтоб тебя! Вау! Раздавили лодкой. И чувак, кстати, который нам помогал, блин, бедный, упал в пруд. Не подпускайте его к боссу. Ага. Остановите его. Да уж, конечно. О, ствол. Ствол, ребята, я вижу ствол. Отличный ствол. Мне бы его подобрать бы как-нибудь. Ага, минус. Ну что, Чиполлино. У нас здесь Луиджи и Чиполлино. Где босс-то? Я не вижу босса. Пойдемте. Что такое? Вау, коктейль молотов летит. И ху. Вот черт! Я не помню, я успел спрыгнуть или нет? По-моему, успел. Ух, рынок. 15:42. Мне нужно было хорошо выспаться после вчерашнего купания в канале. Пора узнать, что обо всем этом думает Ланцетта, а заодно получить свои кровные. Мы с вами на каком-то рынке, я так понимаю, находимся. Что такое опять? Он где-то недалеко, на нем красная куртка, его найти не составит труда. Помните, он нам нужен живым, следуем за ним и не достаем оружие. Эти кретины не должны меня найти. Да ладно, не на... Ой. Черт, вот ты где. Оу, ребята, неужели тут миссия такая? Как бы вам сказать, по стелсу. Черт, точно? Смотрите, секет гад и все. Вот это да. Ну что ж, дорогие друзья, давайте, наверное, на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ну а мы обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим
играть и проходить эту игру. Так что всем удачи, всем пока, до скорого.